Сегодня я хочу рассказать вам о замечательной книге, которая абсолютно необходима тем, кто хочет в технике мокрого валяния освоить рисунок шерстяной акварелью, а на своих войлочных изделиях. Эта книга была написана несколько лет назад потрясающим, уникальным художником по текстилю из Литвы Ренатой Краус. Собственно, человеком, который в российский войлок принес само вот это вот понятие и явление шерстяная акварель. В свое время ее работы буквально поразили нас всех. Действительно, очень интересными и качественными рисунками на войлоке. В этой книге, как в пошаговом руководстве, даны советы, рекомендации, фото-мастер-классы с подробными описаниями, как работать с шерстью, с волокнами, как сделать рисунок визуально объемным, глубоким, как сделать красивые сочетания цвета, как доработать этот рисунок минимальным количеством волокон. То есть книга, которая которая станет для вас настоящим учебником лучше любого мастер-класса, созданного после нее. Я настоятельно вам рекомендую эту книгу, пока еще ее можно купить у автора, или, может быть, где-то найдете ее бывшую в употреблении, что, собственно, не сделает книгу хуже. Обязательно используйте такие книги, такие издания, они очень помогут вам в вашей работе. А если наши минутки о войлоке вам интересны и полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал YouTube и на новости нашего сайта. А мы всегда рады встрече и с новыми, и со старыми нашими друзьями.